Во дворце спорта имени Али Алиева состоялись чемпионат Дагестана по ушу-санда и первенство республики среди юношей. Соревнования проводились в течение 2 дней и объединили 250 спортсменов практически из всех городов и районов региона. В их число вошли не только молодые борцы, но и чемпионы России, мира и Европы. Возрастные категории у нас получаются 2008-2009 годов рождения, то бишь 14-15 лет, и мужчины. 2005 и 1983 год. Выступления спортсменов оценивались по двум системам и проводились одновременно на двух площадках. Согласно международным правилам ушу-санда, победителем объявлялся боец, выигравший 2 раунда подряд. По олимпийской системе спортсмен, который проиграл первую схватку, выбывал из поединка. На помосте мы выставляем чемпионат Республики Дагестан, то бишь это взрослые, да, мужчины и женщины. А на площадке это юноши 2009-2008 годов. В ушу используется полный контакт и содержатся элементы удара, броска, приема защиты и борцовская техника. В его основе лежит китайское единоборство, в котором можно применять удары как в стойке, так и в партере. Как отметил президент федерации, данный вид спорта активнее всего развивается именно в Дагестане. Поэтому конкуренция всех спортсменов была на высоком уровне. По юношам я, конечно, однозначно отмечу, там доминирует школа 5 сторон света. А по мужикам, по мужчинам, да, и женщинам, там не могу сказать однозначно, что вот есть лидеры в этих возрастах среди клубов. Ну, могу отметить Кизля Рахматова, Карабдахкент могу отметить. Победители и призеры соревнований были награждены кубками и призами от спонсоров. Кроме того, лучшие спортсмены теперь представят Дагестан в СКФО, России и Европе. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев, Амарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда».